Священномученик Василий родился 24 февраля 1864 года в городе Серпухове Московской губернии в семье псаломщика Василия Архангельского. В 1884 году Василий Васильевич окончил Московскую духовную семинарию, и впоследствии у них с супругой родилось четверо детей. Был рукоположен во священника и с 1885 по 1891 год служил в храме в селе Матвеевском Подольского уезда. В том же году он был переведен в храм Ахтырской иконы Божией Матери в селе Ахтырка Ходьковской волости Дмитровского уезда. В деревнях своего прихода он организовал 3 церковно-приходских школы. В 1914 году отец Василий был награжден золотым наперстным крестом. В 1919 году возведен в сан протоиерея. В 1929 году священник Василий Архангельский был арестован органами ОГПУ. 23 ноября того же года особое совещание при коллегии ОГПУ приговорило протоиерея Василия к 3 годам ссылки в Северный край по обвинению в антисоветской агитации. В 1932 году отец Василий вышел на свободу и поселился в селе Тимашево Волоколамского района Московской области, где служил в храме Рождества Богородицы. В 1935 году протоиерей Василий был награжден Митрой. Накануне Второй мировой войны в СССР обострилась внутрипартийная борьба. Репрессиям подверглись не только политические и военные деятели, но и священнослужители. Протоиерей Василий был снова арестован 22 сентября 1937 года и заключен в тюрьму в городе Волоколамске. 13 ноября 1937 года по приговору тройки НКВД протоиерей Василий был расстрелян и погребен в безвестной общей могиле на Бутовском полигоне под Москвой.